И всем привет, с вами Скелетовой, и сегодня будем осматривать мод, который называется Slime Boss. Этот мод добавляет эту игру. Где мод 0? 0. Так, теперь... Вот что он добавляет, это просто железные вещи, они только изменили свою текстуру походу. Всё. Как они бьют, ну сейчас. Это свинья такая стала. Она бьется. Как этот меч бьет, сейчас посмотрим. Если вот... Какие-то... Вы не поверите, но с этой свиньи выпадает железный слиток. Так что это не обычная свинья. А слизень такая, остается слизнем. Тут один удар. Сейчас посмотрим, как слизни попадают. В принципе, так само, как и железная. Сейчас кирка еще надо. Дерево. Ну да. Разницы я больше не вижу. Вот еще трава сняла в этом году. Это же надо быстро поставлять в описании. Вот можно добыть. Но это мод еще не заканчивается. Это железо такое стало. Это, короче, железо меняется все на слайм. Я, наверное, буду почаще делать обзор модов. Ну, все, типа так ничего не сменил. А, вот еще динамит. Сейчас. Я уберусь. Ладно. Сейчас. Так, следующий будет мод, наверное, Lucky Blocky. Он выйдет вместе с этим модом. Я их буду вместе вылаживать. Ну какой первое, то и первое будет. Так, он курица ходит. Так, ничего не поменялось сейчас. Обратно гидмод 0. Ой, 1. Камма. А. За что неправильно ваш? Так, теперь гейммод 1. Вот эти все вещи сейчас уберем. Мы сейчас возьмем. Что нам надо для следующего? Вот это огниво. Тут еще броню менять железную в такую. Сейчас я ее одену. Свинью я оставлю, наверное. Хотя нет, свинью сейчас. Мне еще железные блоки. Кстати, вот как изумрудные блоки поменялись, они красные стали. Если перейти сюда, то можно видеть. Кстати, такая раньше текстура. Хотели добавить изумруда. Или алмазы, я не помню. Это ж, это пирог. Ой, это яйцо. Я потом покажу, что делает яйцо. Вот, пирог ничего не делает. Сейчас. Осталась еще одна вещь. Только куда мне ее деть, я не знаю. Мне надо сейчас. Я шлем одену. Мне надо места побольше. Так, что я хотел, блин, забываю всегда, когда надо что-то. Надо потом на тыкву. Блин, еще опять же не знаю. Блин. Вы потом видите, зачем это надо нам? Мне. Ой, блин. Еще раз. Мои моды. Моды. Ноль. Так, все сделалось.
так. Теперь. Что делает динамит? Сейчас мы посмотрим. Я взял в руки. В руки. Ставим динамит. Взрываем. Не взрывайся, как отличный динамит. Он, кстати, зацепил меня. Я далеко находился. А ну сейчас еще попробую, я отойду подальше. А так зацепит. Он яму такую делает, походу, не как обычный динамит, а как. Динамит обычно не выйдет взять, потому что этот динамит заменяет обычный динамит. Ладно, сейчас еще один раз. И у меня два сердечка осталось. Ладно. Я думаю, сейчас посмотрим. Это где Эль? Эй. Ты куда делся? Ладно. Железный слиток так не менялся. А, вот игла. А, ее есть нельзя, блин. Так, сейчас энергия восполнит. Так, что это? Тыква. Сейчас вы увидите кое-что. А давайте броню оденем. Вот как она смотрит. Что? Вот как она смотрится. Прикольно. Так, теперь дальше. Что у нас тут? Железный блок. Сейчас вы увидите. Этот мод заменяет голема на... Угадайте, что? Черт. Ладно, кстати, я поставлю в другом месте. Этот мод заменяет обычного голема на... Если мод называть слайм-босс, то как может называться... Ого, там слоинги такие. То, что это может быть, угадайте. О, вот такой этот выходит монстр. Если вы его убьете, обычно голем. Надо отойти подальше. Сейчас за нами свинья там гонится, если я не ошибаюсь. Он свиней выпускает, если я понимаю. Сейчас вы увидите, что делает это яйцо, если нажать на яйцо. Блин. Кто-то вылазит свиньи. Свиньи. И этот чудик кидает. Короче, я его убью, выживай. Хотя не. Если я сейчас умру, то я включу творческий, я убью и покажу, что с него выпадает. Вы не поверите, но за это убийство этого чудика такого дается. Я не знаю, как ссылку оставить в описании на этот мод. Пофиг. Все. Не буду видео затягивать. Гамме мод. Далее. Так, теперь назад. Я где мод? Что? Гамме мод. Ладно, у меня уже мало времени осталось, чтобы посмотреть это видео. Мне, наверное, надо будет уже заканчивать. Если сейчас он вылетит этот мин, то будет просто... Ну вот, смотрите, это просто заметно. Мочим. Что я делаю?
Вот смотрите, сниму такой дроп. Его дроп такой. Сейчас. Одна адская звезда, 64 бутылки, 16 этих яиц, которые кидают. Мне казалось, эти яйца еще взрываться умеют, но... Ладно, все. Больше снимать нечего, я думаю. Это кажется. Я еще тыквенный пирог не сел. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите следующую серию по... с модами.